Дорогие родители, всем привет! Перед вами 68-й урок детского курса «Пазл пиано». Сегодня я приготовила для детей музыкально-математические творческие задания. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Для проведения урока родителю понадобится фортепиано, методическое пособие, флешка с видеозаданиями или подписка на канал Your Piano на YouTube и компьютер. Выполните упражнение, повторите песенки, авторскую композицию ученика «Let it go» из мультфильма «Холодное сердце», новую куклу Чайковского, к Элизе Бетховена и работаем над вальсом «Амели». Выполните упражнение. Играем первые 6 упражнений Ганона без остановок на последней ноте до конца. Можно выбрать еще несколько дополнительных упражнений из сборника Ганона от 7 до 10 номера. Выполните упражнение. Играем гаммы до мажор, соль мажор, ре мажор, фа мажор и си бемоль мажор двумя руками в восходящем и нисходящем движениях. Работаем над гаммами си минор, ре минор и соль минор отдельно руками, соблюдая аппликатуру, а гаммы ля минор и ми минор уже играем двумя руками. Выполните упражнение. Чего не хватает в этих нотах? Найдите ошибки в этих записях и запишите в нотной тетради правильно. Перед вами ответы из 66 и 67 уроков. Камертон, нота ля, тональность фа минор. Ветер по морю гуляет, и кораблик подгоняет. Он бежит себе в волнах на раздутых парусах. Спасибо, что посмотрели. Если у вас есть какие-нибудь вопросы, оставляйте их внизу, и по возможности на них отвечу. Если вы хотите заниматься вдвойне или даже втройне эффективнее, занимайтесь по схемам проведения уроков. Ссылку на схему проведения уроков я оставлю в описании. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, если информация оказалась для вас полезной и интересной. Всем пока!